видео подготовлено сайтом onlinegdz.net «Помощник в решении домашних заданий». Номер 11, урок 11. Реши уравнение и сделай проверку. Уравнение номер 1. x умножить на 3 равно 20100. В данном уравнении у нас неизвестный множитель. Для нахождения неизвестного множителя нужно произведение разделить на известный множитель. То есть 20100 разделить на 3. Получаем 6700. Выполним проверку. 6700 умножить на 3 равно 20100. Уравнение номер 2. 1000 разделить на x равно 5. В данном уравнении у нас неизвестным остается делитель. Для нахождения делителя мы должны делимое разделить на частное, то есть 1000 разделить на 5. Получаем 200. Выполняем проверку. 200 умножить на 5 равно 1000. Уравнение номер 3. x разделить на 8 равно 906. В данном уравнении нам неизвестно делимое. Для нахождения делимого мы должны делитель умножить на частное, то есть 906 умножить на 8. Получаем 7248. Выполняем проверку. 7248 разделить на 8. Получаем 906. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.